2 августа в Федяковском поселении Кирово-Чепецкого района пройдет чемпионат области по спортивному туризму. Передвигаться спортсмены будут на лошадях. Наездникам предстоит пройти несколько дистанций. Короткую с преодолением технических препятствий – это 2 километра, и длинную дистанцию с ориентированием до 20 километров. Завершающим этапом станет контроль аллюра – это вид походки лошади, шаг, рысь или галоп. Итоги чемпионата Кировской области по спортивному туризму подведут 4 августа. Победителей в каждом виде дистанции наградят медалями и грамотами.